Добрый день, друзья! Сегодня 14 июня, и мы сажаем картошку, как я и обещал. Все праздники прошли, вчера был День Духа Святаго. Ну и я надеюсь, что все, земля и все остальное осветилось. Иду, хотел посчитать, сколько же мы посадили соток. Вот такое поле получилось. Вот такое поле получилось. И земля теплая. Вот, кладешь руку, как я вам рассказывал. И руке хорошо, ей приятно это сделать. Сейчас посчитаем, сколько соток. 8, 25 на 20 соток. Вот столько посадили. С утра начали. И сейчас время 11 часов. За 3 часа посадили. Технология у нас все та же. У меня есть вот такой культиватор. И мы с ним делаем следующие операции. Копаем мы вот таким культиватором. Ему уже лет 15, наверное, у меня. И делаем сначала один проход, делаем. Мы выкапываем такую борозду. В эту борозду матушка с Мирославом Федоровичем кладут шелуху луковую. От чего шелуха луковая? Матушка. От проволочника. Кладет немножечко навоза и немножечко золы. А зола от чего? А зола подкормка. Вот сейчас у нас к концу и картошка осталась мелкая. Поэтому рядышком кладем две картошинки. До этого клали одну картошинку. И после того, как картошка будет заложена, мы начнем все это закапывать. Культиватор, конечно, он вперед должен ходить и пахать. Но мы придумали вот такую ручку, чтобы его все боком прикрываем. Тащить. Да, и боком он и копает, и закапывает. Смотрите, как будет сейчас закапывать. Сейчас, Михаил, а не думаете придумать такое, чтобы выкапывать? Не знаю, пока не придумал. Ну давайте пока до выкапывания надо придумать. Вот он еще и набирает вот столько травы. Таким образом еще и очищаем участок от травы. Здесь у нас, к сожалению, вот эта половинка 2 года не обрабатывалось, поэтому перепахивание не уничтожило траву, поэтому приходится ее таким образом чистить. Итак, еще один раз показываю, как выкапываем чуть-чуть поближе. Да? Ближе бы сюда. Да. Вот так. Ставим близко достаточно, так, чтобы после между рядами ездить. Поехали. Стой, стой, копайся, копайся. Вот. Достаточно мне сложно. Я держу вот такой привязью.
Видите, натягиваю не руками, а поясом. А Мирослав Федорович тянет. Тебе тяжело тянуть? Федорович, тяжело? Нет, не тяжело. Не тяжело. Обычно с этим даже справляется матушка. Ребенок может тянуть. Матушка справляется. Вот так. А мачка уже залу засыпает. Опять набрала трава. Таким способом еще и полишь. Между рядов, видите, у нас получается сантиметров 70. Это дает возможность, во-первых, и окучивать также будем, нагребать будем на проросшую картошку. Это землю со стороны. А во-вторых, и боронить в этих рядах будет достаточно легко, потому что между ними будет пространство. Вот такой наш способ. На этом я пока заканчиваю. У нас тут еще осталось на несколько рядов картошки. И буду вам показывать, что значит 14 июня посадили. И получается нормальное созревание 90 дней, то есть она к 14 сентября должна быть у нас спелая. 14 сентября это у нас бабье лето начинается. Так что будем сажать летом и выкапывать летом. Ну вот, вы посмотрели, как мы все это делаем. Теперь я буду следить, как она взойдет. Покажу, как этим же культиватором буду окучивать. И этим же культиватором буду избавляться от растений. 15 лет у меня этому аппарату. И говорят, все как новенький. Поэтому спасибо ему, спасибо Мирославу Федоровичу. Я погнал его в гараж. Вы по пьяному ходите. О? По пьяному ходите. Там.